Ситуация по ОРВИ и гриппу в области приближается к критической. В Иркутске с сегодняшнего дня закрыты все школы. В Ангарске на карантине пока находится только 4 класса и 9 групп дошкольных учреждений. С 11 февраля не примет воспитанников детский сад номер 44, расположенный в 86-м квартале. В усиленном режиме работают и лечебные учреждения. В первую поликлинику ежедневно обращаются около сотни заболевших ангарчан. Поликлиника сама работает до 19:00, то есть ведут прием. Выделены 2 дежурных терапевта, которые принимают всех экстренных пациентов с температурой. Работает неотложная бригада. Бригада работает 2 смены. Осуществляет, вызывав, то есть обслуживают до 21 часа. Вызова принимаем до 20, а до 21 бригада выезжает. Напомним, эпидемический порог в Иркутской области превышен на 21%.